Господа Головлева, Салтыкова, Щедрина читал. Богатым имением Головлева правит помещица Арина Петровна. Ее безалаберный супруг ведет праздную жизнь. Плодом 40-летнего брака с нелюбимым мужчиной являются дети. Старший Степан, дочь Анна, Порфирий и Павел. После смерти дочери Арина Петровна воспитывает ее дочерей Анненьку и Любеньку. Неприспособленный к жизни Степан проигрывает свое состояние. Он возвращается в отчий дом и уходит в запой и умирает. Павел в одиночестве живет в своей деревеньке и от тоски также начинает пить. После его смерти единственным наследником состояния Головлева становится Порфирий. Лицемерный, подлый и жадный человек, которого в семье называют Иудушкой. Повзрослевшие Анненька и Любенька уезжают в Москву. Очень быстро они опускаются на самое дно и становятся куртизанками. Любенька не выдерживает такой жизни и выпивает яд. Анненька возвращается в Головлево, где постепенно спивается. К концу своей жизни Иудушка раскаивается в своем поведении. Он отправляется к могиле Арины Петровны, чтобы попросить прощения, но умирает по дороге. Единственной наследницей имущества Иудушки становится дальняя родственница Головлёва. Это был роман Михаила Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёва». Чтобы знать больше, читайте книги.